Всем привет. Ну, в общем, прошел месяц, у меня уже более бодрый голос. Сразу хотела вам показать, что овсянку я все-таки покупала за 14. Точнее, по-моему, я ее вообще за 11 покупала. Но, в общем, стоит она у меня сейчас 14. В общем, заметно похудела. Теперь буду питаться более разнообразно. Эксперимент завершен, так сказать. Особо итогов нет смысла подводить, потому что и так все понимают, что неправильно так питаться, очень вредно, но очень дешево. Все объективно понятно. В общем, все. Всем пока.